Варварство, что случилось? Ну, гляньте. Україночка такого не зробила. Да, он, мне кажется, для цих... Це було не Україні. Я йду сюди, Лів. Не дай мені за собою. Історичний образ. Ми зараз зайшли, все розтрощено. Знизу, коротше, повинен якийсь бумаг розкидано, все потоптано, там все на землі розкидано. Заходили там, де була якась статя ночувала, там зверху все перекидано, як ти бомжатник. До цього ми там були, там було, ну, люди спали, все було гарно зроблено, щоб нормально. Там перекидано, там взяті подноси, на подноси накидано повно всякої їжі, недоїжджене. Все зроблено таке враження, що от, ну, прийшли в нормальну хату люди, але вони прийшли як бидло, все поповертали, зробили все як бомжатник. Ведерка с медом, трехлитровые банки с медом, они их просто били, крушили. Ведра со смальцем, банки со смальцем, вынесли, наверное, килограмм 100 смальца и сала. Ведра открытые со смальцем, у них просто ногами становились. Ну, зачем, сами понимаете. Имеем то, что имеем. И теперь куда это все? На баррикады, в огонь. Смалец пойдет в огонь, пластик весь вот этот вот и картон пойдет тоже на баррикады. А остальное, еду, опасно, ну, люди правильно говорят, могли отравить, могли подсыпать что-то, не исключено, жизнями рисковать не стоит, поэтому выбрасывать, все выбрасывать. Якомусь автору не пощастило, до його видань ставиться без належної поваги, як мені здається. Thank you.